друзья мои, смотрите, распустилась вот такая вот чудо-розочка такого нежно-нежно-кремового цвета, как раз к маминому дню рождения. И вторая на подходе. И вот здесь, смотрите, вот такие вот чудо бордовые будут розы. Все к маминому дню рождения. Цинии. Вот такая красота. И, конечно же, настурция вот с таким вот буйством красок. Вот они также большие цинии. А здесь, конечно же, бархатцы. Красные. Вот такие вот желтые, там другие бархатцы. Вот они на одной клумбе. Вот они еще каким цветом. Красавцы. Также вот здесь. Вот они мои чудо-цветы, красивые, красивые клумбы. Вот они бархатцы, все полностью в алиссуме. Смотрите, какая белая, такая вот клумба. Большая алиссум разросся полностью. Полностью. После дождя это вообще просто красотища. Фиалочки тоже продолжают цвести. Посмотрите, также бархатцы утонули все в алиссуме. И вот те цинии, которые у меня сохранились, вот одна чудо. Посмотрите, какая окраска, чудо. Чудо просто. Это вот две не похожие на остальных. Ну и вот она моя чудо клумба настурция. Как я и говорила вам, буйство красок, так оно и получилось. Один цвет, переходящий плавно, вот она полностью. Лисичка полностью настурции. Вот он. Один цвет плавно переходит в другой. Вот она. Прелестью здесь у меня лилия. Конечно же. Все задавило, не вижу я. Лилия была настурция. Все задавило, конечно. Сюда своих гномиков переставила. Чудо. Чудо свое. Свое маленькое чудо. Вот такой вот палисадничек. Друзья мои, на 28 июля алиссум прямо божественный. Ромашка. Ромашки спрятались, поникли лютики. Сегодня у нас и погода нас радует, хорошо, солнечно, супер.
конец июля. Друзья мои, вы представляете, вот такие вот невероятно огромные груздочки сейчас только поставила отвариваться. Супруг сегодня привез тут с одной из ближайших деревень, ездил по работе и вот, говорит, набрал груздочков. Представляете, сегодня вот, думаю, будут на вечер, ну еще подумаем, сейчас отварятся. Уварятся они, конечно, вы сами все прекрасно знаете. Вот такие вот будут груздочки с картошечкой. Ай, ну супер, конечно. Я всегда невероятно, невероятно рада, конечно, этому всему. А еще сегодня вечер, среда, 29 июля. У нас жарится уже молоденькая картошечка. И вот здесь кругленькая, молодая. А картошка будет вот с грибочками, с груздями. Все та же среда, вечер, 29 июля. И вот огурцы набрала опять 2 ведра 10-литровых огурцов. Поэтому пусть... Ой, стоят, солить уже надо. Вот такой вот урожай. Там еще куча всего будет таких же огурчиков. Некоторые уже прямо вот совсем-совсем-совсем переростки. А некоторые прям вот такие вот хорошенькие. Но сегодня даже не знаю, наверное, руки так и не дойдут. Друзья мои, по одной простой причине, что пусть постоят в прохладе, на ночь замочу и завтра уже буду солить, буду думать, что буду делать с ними. Ну и вот она, итог, картошечка с грибочками. Вкуснотища, друзья мои, со свеженькими груздями, супер. И вот она уже наша. Картошечка нового урожая. Кто с нами будет сейчас ужинать, всем приятнейшего аппетита!